Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши заказчики. Периодически у нас возникают вопросы по почте, мне пишут, где-то под видео отписываются и спрашивают, кто мы, откуда мы, сколько мы существуем, что мы делаем. В общем-то, простые, банальные в некотором смысле вопросы по поводу работы Общество с ограниченной ответственностью, научно-прикладной центр АКМЭ, лаборатория психологического обеспечения. Вот мы сейчас с вами находимся на странице «Партнеры». Вот так вот она выглядит. Кнопочка такая есть, «Наши партнеры» справа. Вообще весь сайт у нас как бы, навигация по сайту справа находится. И, соответственно, здесь все наши контакты, явки, реквизиты и так далее. Соответственно, нас спрашивают, с кем мы работаем, и я отвечаю. Мы работаем, во-первых, по срокам. С 2001 года была создана лаборатория психологического обеспечения в городе Новоуральске. И, соответственно, за эти годы мы обследовали в основном крупное промышленное предприятие в самом городе Новоуральске. Это Уральский электрохимический комбинат. Иногда сотрудничали с предприятиями, ну это было очень редкое явление, в округе, кто нас находился, там в Нижнем Тагиле, в Екатеринбурге, в Перми, но тем не менее с 2001 года мы существуем, работаем как единая некая целая организация, происходило в нашей жизни разное, у нас менялись бенефициары, партнеры, значит, владельцы нашего бизнеса, но вот с 2001 года тем не менее мы существуем. И, соответственно, чтобы свою легитимность как бы не то что доказать, а сказать, что мы реально существуем, у нас есть страница «Партнеры». На странице партнеров вы можете видеть те организации и предприятия, с которыми мы сотрудничаем в разные годы на протяжении вот этих более чем 20 лет, можно так сказать. Мы существуем и работаем с этими организациями. Обратите внимание, это Роснефть, перечислю самые крупные из них. Это Евраз, это Шлюмберже, Вимавия, Росрао, военные организации, транспортные компании, вот морская компания. Капитаны судов у нас проходили обследование прямо во время плавания. С интернета через спутник проходили у нас обследования. Авиапредприятия, предприятия атомной промышленности, предприятия нефтегазовой промышленности, отрасли и так далее. Медицинские организации, научные организации, добывающие компании. Обратите внимание, вы можете зайти и посмотреть. Каждая картинка или подпись под ней имеет ссылку. И эта ссылка ведет на организацию, с которой мы сотрудничали. Как правило, это организации, связанные с потенциально опасными работами, видами деятельности, но и не только. Вот буквально у нас последний контрагент был, образовался, это, значит, Институт биологической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова, так называемый БИХИРАН, научная организация. Учебная организация, это вообще уникально, Луганской Народной Республики, мы сотрудничаем напрямую с государственным учреждением Луганским центром экстренной медицины, помощи и медицины катастроф, тоже один из наших предпоследних контрагентов. Буквально недавно у нас появились контрагенты такие, как Норникель, кто не слышал в нашей стране о Норникеле, соответственно, Роснефть, Шлюмберже, крупнейшая организация по поставкам оборудования для нефтегазовой отрасли, ну и непосредственно для бурения, добычи газа и так далее. Роснефть, Норильск Никель, крупнейшие организации и предприятия. Обратите внимание, они даже не мелкие, они даже не средние, это крупнейшие предприятия в своих отраслях. Они связаны, их деятельность связана с потенциально опасными видами работ, с источниками ионизирующего излучения, транспортировки этих источников, значит, обработки, переработки, добычи и так далее. Соответственно,
Надо сказать, что, конечно, когда мы сотрудничаем, бывает такое, что находят кого-то эти предприятия лучше нас, умнее нас, и, соответственно, заключают с ними договоры на обслуживание. И, соответственно, у нас были отказы, да, то есть когда мы говорили о том, что, ну, хорошо, у вас по каким-то причинам нет возможности или желания с нами сотрудничать, никаких проблем нет. Всегда придерживаюсь принципа «на нет и суда нет», как говорится. Но, тем не менее, если предприятие нам доверяет, то, соответственно, заключается официальный договор. С каждым из этих предприятий был заключен договор. И, соответственно, мы провели определенную работу, деятельность для этих организаций. И у нас, мы гордимся этим, у нас не было ни одной рекламации. То есть не было такого случая, чтобы мы сделали свою работу, и эта работа была плоха по каким-то причинам. Ни одного случая. Вот если их посчитать, тут их, наверное, я не знаю, не буду сейчас считать на видео, около 40 предприятий за эти годы, как мы существуем. То есть существуем мы с 2001 года как лаборатория, как юридическая организация мы уже существуем около 6 лет. У нас происходили определенные изменения, это естественно в России, без этого невозможно, пертурбации, сложности и так далее. Но тем не менее мы едины, мы цельная организация, мы будем работать еще много-много-много лет. И ничто нам не помешает работать в области промышленной психофизиологии, обеспечение культуры безопасности человеческой деятельности в области медицинской, клинической психологии и так далее. Лаборатория жива, это неизбежно как коммунизм. Лаборатория жила, живет и будет жить. НПЦ АКМЭ, я надеюсь, будет продолжать свою деятельность долгие-долгие годы. Здесь краткий перечень этих организаций, здесь вот их можно посчитать, как я уже сказал, их около 40, и они достаточно значимый и весомый. По крайней мере, это те организации, которые заинтересованы, как сказано у нас на сайте, в оценке культуры безопасности человеческого фактора. У этих организаций существует понимание, при всех прочих обстоятельствах, существует понимание того, что только от человека кадры решают все. Кто это сказал, я думаю, вы знаете. Только от человека зависит безопасность и безаварийность проводимых работ, потенциально опасных, будь то с источниками ионизирующего излучения, ядерными материалами, будь то в области нефтегазовой, будь то транспортировки и так далее, будь то научной деятельности, медицинской даже деятельности. Вот такое наше портфолио. Вы можете нажать на ссылочку, попасть, ну, давайте это сделаем, Metal Invest, попасть на сайт, значит, компании, связаться, поинтересоваться, а кто такой НПЦ АКМЭ, кто такой Бороздин Виктор Николаевич, вам скажут, а да, мы сотрудничаем с этой компанией, нам оказывают услуги и мы довольны. То есть если мы работаем с компанией, вот здесь не попадает на эту страницу ни одна компания, да таких и нет, как я уже сказал, которые были бы недовольны нашей работой, которые бы сказали, ребята, мы с вами больше не работаем. За все эти годы такого случая не было ни одного. С нами заключали договор, и мы работали. Пожалуй, на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.